Всем привет, вы на канале Live Кристина. И сегодня я приехала к себе в деревню. Ребята, это такое прям счастье. Быть тут целых 3 месяца. И вы будете следить за моей жизнью. В общем, вот мой дом. Болтай. Это моя прабабушка. Вот, прабабушка моя, скажи всем привет. Привет, привет. Вот. Там вот бабушка моя в огороде где-то копается. Вот тут мой велосипед стоит, мой велосипед. Короче, ребят, у нас пилили березы. А? Я снимаю видео на YouTube. Короче, у нас пилили березы, мы как планировали. В общем, тут была вот такая высокая береза. Вот. И вот сколько от нее осталось. У соседей было 2 березы, да. У них вот что. Ну, у них было больше. Блин, меня комары кусают, не могу камеру держать. У них было больше. Вот, но они сейчас уже все убрали. Вот. Там, кстати, вот у нас тут есть. Сейчас приближу. Не приближается. Что-то не приближает курсор. Ладно. Короче, вот прям сейчас ко мне на веранду. То есть у нас вот дом там, вот эта веранда. Вот это все. На нее прилетела ласточка. Том, представляешь, на нашу веранду залетела ласточка. Угу, прям такая красивая, с хвостиком. Это вот положи тут на этот. Так, это моя бабушка. Скажи всем привет. Привет тебе. Вы мусорку выбросили. Ладно. Так, это мусорку куда поставить? Так, ну, в общем, короче говоря, ребят, вы будете со мной проводить все это время. Кстати, это наш двор. Это тут папино место. И раньше у папы, когда он был таксистом, подрабатывал, у него была кличка Мелкий. Вот, тут вот у нас блок служебный, служба безопасности. Вот. Тут цветочки вот у нас уже растут. А тут у нас написано Санда 4. Вот, ребятки. У нас бочка. Бочара. Вот так. Сейчас, кстати, у нас... Мы свалили 2 березы наши... Сосед свалили 3 березы. Сейчас вторую покажу. Так, значит, вот это наша белая сирень. Ну, уже вот тут бенус видно. В общем, сколько всего осталось от такой. От 3-й березы. Че, бочка тут перевернутая, ладно. Так. Ну, тут вода. Когда тут высохнет, мы хотим тут сделать лавочку какую-нибудь. Мушкары много. И теперь тут можно делать всякие трюки. Опа. Надеюсь, я никуда не упаду. Сейчас вот я иду по 6-метровой березе. Сейчас покажу. Это только часть 6-метровая. Блин, мошкара и комары меня не едят, не люблю вот из-за этого. Мы любим торпеда. Не знаю, вот. Не знаю, видно или не видно было. Ну, короче говоря, ребят, деревня – это класс. Ставим лайки, кому нравится тоже быть в деревне. Вот. Мне нравятся так эти лапочки вообще летают. Он там сидит, вон. О, он летит. Я в кепке, майка, кофта, леггинсы, кроссовка. Вот. Люблю бегать. Фу.
Сейчас мы сходим к соседям. Они нас попросили закрывать теплицу. Кстати, у нас тут уже отцветают нарциссы и тюльпаны. Большой рум-тур я вам покажу попозже. Буквально завтра я сниму видео. И когда-то я выставлю. Ха, сложили-то как! Кто-то был. Вода? А вон там в бочках. У нас, кстати, вот я сейчас прям чуть-чуть покажу нашу баньку. Все, больше не покажу. Пойдемте зайдем к нашим соседям в теплицу, посмотрим. Вот их теплица. Вот наша теплица. А они сюда редиску, да, посадили, что ли?